Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот и закончился летний сезон, пришла осень, сейчас на дворе сентябрь месяц. И что хочу сказать, мы вот этот красочный батут, меня зовут Алексей, я с города Волгограда, приобрел вот этот красочный батут, надувная горка, тачки McLean, замечательной компании Атра, которые нам его шили на заказ в апреле этого года. Сезон закончился, батут очень порадовал. Порадовал чем? Своей практичностью. Обратите внимание, какие здесь швы. Они полностью закрыты. Полностью. Батут таким же остался за 4 месяца работы. Упругим. Во-первых, батут яркий. Яркий. Это не просто пленка, которая сюда приклеена. Это полиграфия на самой ткани идет. Вот так. Батут чем привлек внимание мое и детей? То, что здесь две горки. Одновременно могут размещаться и взрослые, школьники, и дети. Очень прикольно. Вот здесь вот такая замечательная ступенька. Ступеньки. Борта очень высокие, так что это для детей безопасно. Потому что скатываются они и не ударяются об борта. Батут очень крепкий. Здесь в середине вот такая лестница. Машина вот такая прикольная. Так. Сверху очень много места здесь, очень много. Батут без проблем вмещает 10 человек, прям без проблем. Горка достаточно высокая и скользкая. Вот такой вот спуск, прям конкретный такой, шустрый, реально. Кстати, здесь табличка по технике безопасности. Обратите внимание, правила поведения батута посетителей на надувных аттракционах. Это очень важно. Такая табличка обязательно должна присутствовать. Ценник мы сделали вот такой, 150 рублей. За 15 минут. За 15. И в чем прикол, что мне очень понравилось в данном батуте, то, что ветреную погоду, он устойчиво стоит. Благодаря вот этим креплениям, обратите внимание, вот эти по периметру крепежки, но сейчас погода у нас нормальная, безветренная, мы эти места не крепили. Вот здесь вот рукава, вот такие, для спуска воздуха. Они на молнии, на липучке. Вообще шик, классно очень. Дальше, вот здесь вот такие рукава идут. Здесь указана мощность вентилятора допустима. И вот с помощью таких кроссов, задевает землю, груз, вот эти вот берет. Видите? Так вот имеется вот этот карман тоже сзади. Для спуска воздуха, также аккуратно на молнии, на липучках. Молния еще ни раз не подводила, дай бог. Вот вентилятор. Прослужил лето, без нареканий, без поломок. Отличная штука. Вот здесь тоже крепления, они шли уже от производителя такие. Уже шли эти прочные ленты, мы тоже пиваем, когда ветер. До 8 метров в секунду мы работали, нормально все. Здесь тоже молния. Вот такой вот четкий батут. Борта вообще высокие, это прекрасно. Крыша спасает от солнца. Ну, короче, компаниаторы молодцы. Поработали на совесть. Вот обратите внимание, даже указано номер, производитель, заводской номер даже. Размер 7/4/6. Длина 7, ширина 4. Высота 6. Вот такие данные. Также с документом шли все сертификаты. ВОЗ, ЦЭС. Сертификаты на 5 лет указаны в документе. Так что с этим в администрациях проблем нету. Вот очень удобный вход. Видите, какая подушка. Не надо коврики всякие возить ненужные. Здесь прекрасная подушка. Дети разуваются, 10 человек. Ну, собственно, на подходе минут через 10 праздник. Сегодня день села. Будет батут радовать этих детей. Пару дней будет холодно, поэтому мы завершаем сезон и сняли вот такой вот обзор. Спасибо тебе, компания Атра, за такие качественные батуты. Потому что такие батуты, наверное, будут служить точно лет 5, наверное, точно. Ткань вообще классная, не выцвел. Короче, прошел испытание и порадовал. Покупайте батуты в компании Атра.